a Tokyo Real exclusive, nigga. Оскорбление сотрудника при исполнении. Да иди нахуй, давай быстрее, блядь, обработай нахуй. Моя нахуй, сучек, ведь у меня есть одна. Прыгнул новенькие мэли, ты запомнишь строки, да. Мама, посмотри, кто я в двух шагах. Все братья салам, остальным соболезнен, на связи Цезарь. Братва, вылетает новый ролик, в нем у нас куча контента в армии, движухи и так далее. Следующий ролик начну делать, только набираем 700 лайков. Играя на сервере Majestic RP 3, введите мой промокод Цезарь на всех серверах и получайте крутой бонус. Для участия в конкурсе на стакан уже поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал и поставить колокольчик. Прошлый победитель у вас на экране. Напомню, как только набираем 10к братвы на канале, я дропаю новый редукс БХ, а также сбор. Ссылка на наш дискорд канал с модами и конкурсами уже в описании. Всем приятного просмотра. Ты че так на меня криво смотришь? Вот все так криво смотришь. Понял. Почему так криво смотришь на нас? Мы тебе что-то плохое сделали. Из чего ты взял, что я тебе вообще на тебя смотрю? А ты повернут ко мне? Вот так неуважительно смотришь на меня. Мне крайне неприятно. Не, и что дальше, я не понял. Я шел себе спокойно. Что тебе надо? Мне ничего. Нахуй иди сам, понял? Наручники. Ай-яй-яй. Что, блядь, черти ебаные. Я себе в авто. Статья 6.1. Открыл дверь автомобиля, после чего взял человека под руку, засунул в автомобиль, пристегнул ремень безопасности и закрыл дверь. Сотрудники САГ, что творите? Иди нахуй, я тебе скажу, знаешь? Ужас, что вы говорите? Сотрудники САГ, что творите? Эй, слушай, я тебя оскорблял, кто первый начал? Я слышу, а, зачем ты через хуй общаться? Да ебать себе, что ты там грел на меня смотришь его? Это не твои слова? Ты чё шипишь-то? Ладно, ты чё шипишь? Терпера ёбаная. Так ты ж в ушами дотерпел. Оскорбление сотрудника при исполнении. Да иди нахуй, давай быстрее, блядь, обработай нахуй, я тебя сейчас обработаю, бля. Агент С, присаживайтесь в автомобиль. Ну рассказывай, кем будешь? Петух или воровка? Кем по жизни являешься? Ты имеешь право хранить молчание. Ну ты должен завалить свой ебало нахуй. Пошел нахуй, вот это тебе нормально? Зачем вы от нас оскорбляете, объясните нам. Пошел нахуй, сука, и как вы, блядь, так и я к вам, поняли? А мы без оскорблений. Мы тебе раком, а ты к нам раком, да? Бля, слушай, ты урод, ебаный урод. Кто доебался до меня? Ну я доебался. Возможно, а у вас при себе есть нелегальное оружие? Есть, чё хотел. Ты имеешь право хрень моча, также вы имеете право на кассу. Ебать, у меня лицензия есть, я чё, на рак? Слушай, ты нахуй, потах чмею, ебал, завали свою, сука, чё. А ты чё? Я чё, блядь, нахуй, оружием этот на вас направлял, что ли, а? Нахуй ты оружием меня направлял, долбоёб, блядь. Иди нахуй отсюда, чёрт ебаный, сука. Хорошо, секундочку, сейчас позову сотрудников. Так, вы имеете право хранить молчание, также вы имеете право на адвоката, все, что вы скажете, будет использован против вас в суде. Также вы имеете право на один телефонный звонок, вы задержаны по статье. По какой статье он задержан? 12.1. 6.1, короче, 12.1, 13.3. Иди сучайте, ебать, я хуи. Сами доебались и сами причину ищут. Вам ясны ваши права? Ибо, блядь, в реальной жизни, да, с тобой, сука, за один стол не сел бы даже, блядь, с одного стакана. Так ты уверен, что я с тобой бы сел? За твои, блядь, за твои такие беспонтовые, порожниковые, есть движение, ебать. Скажи, ты сам правильно поступил, доебался до меня, чё ты на меня гриву смотришь? Ша, блядь, всё с вами понятно, чёрт ебаный. Как этого ебана в камеру-то засунуть, блядь? Это не надо, тебе это вообще нахуй не надо. На него G нажми, посадить. Нет, там слышно. Как фоторобота его сделать? Так, леду, блядь. Фракционные. Сначала убегаешь вол, а потом чё? Всё, посадил. Мы же только на 50 можем, да, вроде? Сука, ебаный! Саня, ты не пользуешься! Ладно, ничего, бывает. Ты чё, блядь, ты чё моросишь-то нахуй? Нихуя себе, чё в багажнике? Братва, дохуя всего лутаем! А чё там? Саня, ебать его решил. Бом-бом! Это твоя машина сзади стоит? Алло, один бомбом нахуй. Развитие спиртных напитков в общественном месте, статья 8.9. А вы что, полицейский? Нет, блять, легавы. Ой, так, добрый день, сэр. Я, получается, выписал вам тик валов в ЕС. Вам понятно? Что, машина, как тебе быть? Да, не суть важна. Давай, братуха, мы поехали так. Убираться мне отсюда, я вот старый ходить тяжело уже вообще. Да ничего, нормально, нахуй спортом занимайся, ёпта. Не паникуй, братик. Спорт сила.
Останавливаемся, останавливаемся, молодой человек. Почему привык? А, добрый день, прижмись к обочине. Автомобиль, выйди с транспортного средства. Вы кто, я прошу прощения? Я сотрудник САН. А САН с каких пор патрулирует... Сука, это умный. Что? Так, а вы отдел ДИВ, да, я так понимаю. На что вы имеете право? Проститутка, поехал! Люди стреляют так. Задержание! Задерживайте его! Читер. Чит! Сука, я там мимо стреляю, долбоёб ебаный. На ГМе, парни, алло. Всё, поехали. У него ГМ! Давайте, ну, просто ебаный. Блядь, я сейчас за цикл магии догонит, блядь. Ты чё? Слышь, а пошли мне так, челики на ферме, коноплю выращивают, пошли за ребёнка. Да, это шорифы там есть. Купите, короче, поехали в магаз заедь. Надо видеокамеру купить, короче. Оперативную съемку будем проводить, ебать. Оперская, блядь. Я микрофон... Малый человек, вы чего шалите? Конкретнее как... Наркотики зачем происходит? Продать? Какие наркотики? Что это Vox или что это? Сорт, Skywalker сразу, скажи. Кого? Мы сразу поймем. Пшеницу выращиваю, ребята. Я что-то единственная пшеница уже, нет? Обоснования какие у вас? Чего? Какие? Какого обоснования? На кого работаете? И на кого не работаю. Сами на себе? Почему вы с улыбкой говорите на лице? Мы за вас всю дурь выбьем. Говорите. Дури в переносном и в обычном смысле. Вообще в переносном, я вас понял. А знаете, что я понял? Мы Диану потеряли, либо Сид танцует хуйню, страдает там, блядь. Она вон стоит. Она ебанутая? Одна танцует, блядь, без музыки. Диан, ты чё, сестру? Она с музыкой танцует, он чё, с улыбкой стоит? Диан, ты чё, опять наркоты перехуячишь? Диан, а ты нахуя наркотики ты ебашил? Мы ж на службе. Шизофрения? Оно само. Правильно понимаю, вы сейчас хотели подбросить девочке конфетку? И дальше ее спиздить. Нет, у меня нет никаких конфеток. Вы уверен? Людей воруете? Проверь. Молодой человек, не дурите! Зачем Диану хотел изнасиловать, ей всего 14? 12. Я на вас наставил ствол. Он трогал меня там, я подтверждаю. Ну все получается, проедем сейчас в отдел для выяснения обстоятельств. У вас камера же все фиксировала. Да. А что он сделал? Она вообще у вас под наркотиками. Опишите ситуацию, Диану. А вот тут я вас осуждаю. Это клевета получается, верно? Статья 14.1, клевета. Наверное. Вы повязаны на пожизненно. Диан, давай в другом месте. Меня изнасиловали. Это он так показывал. Он так показывал. А, он так показывал. Он, получается, из машины вот так показывал, да? Да. Перед лицом. Так он на педофила, смотри, похож. У него бородка вот эта. Потом. Он попросил встать вот так. Как вот так вот? Вы подошли, и все на было зафиксировано. А вы встали или отказались? Да, конечно, отказалась. Ой! Случайно. Это случайно было. Все так вот, да, было, мужчина, все. Правильно понимаю? Сердечное будет или вас дознавать надо будет ехать сейчас? Чего? Ну смотрите, у вас сейчас срок плюс-минус светит 11 лет. Если чисто сердечное, то на 4 года. Выбирайте. Так я приехал только как вы подбежали. А-а-а.